На стадионе сибирского нефтяника прошли областные соревнования в зачет чемпионата и первенства по легкой атлетике. В соревнованиях приняли участие более 300 спортсменов в трех возрастных категориях. Выступают, во-первых, все омские школы, это ЗЮШОВ-7, это центральный подготовки «Авангард», и самое главное, что хозяева этого стадиона, бюджетное учреждение ЗЮШОР. Вот, здесь выступают как минимум Одесский, Таврический, Полтавские районы, Калачинск приехал, Тара приехала. В общем-то, все районы, где легкая атлетика культивируется, ну, у нас как минимум в 10 районах она культивируется достаточно серьезно, все они представлены здесь своими участниками. В программе соревнований прошли старты в беге на различные дистанции, беги с барьерами, с препятствиями, прыжках в длину и других дисциплинах. На областных соревнованиях по легкой атлетике судьи особенно пристально следили за выступающими, ведь лучшие будут отобраны на соревнования федерального уровня. По итогам чемпионата Омской области и первенства Омской области будет сформирована сборная команда для участия в чемпионате Сибирского федерального округа и в дальнейших первенствах России, который пройдет в середине июня у молодежи и в конце июня у юниоров. По результатам двух дней соревнований определились сильнейшие атлеты региона. Среди них воспитанники ЗДЮШОР, ЗДЮШОР номер 7, школы высшего спортивного мастерства, центра спортивной подготовки, студенты Сибирского государственного университета, представители Тарской, Таврической и Одесской спортивных школ. Именно эти легкоатлеты уже в середине июня отправятся в Иркутск покорять федеральный округ. Команду составит делегация из 30-35 человек.